Всем привет! Ну что ж, вот мы и добрались до города Нальчика. В субботу вечером мы уже приедем, а в воскресенье 29 сентября в час дня в арт-центре Мадины Саральп по улице Лермонтова 2А будет открыта наша этнографическая фотовыставка «Горы и люди. Быт и традиции причерноморских адыгов-шапсугов». Я проведу экскурсию, причем она пройдет два раза, в час и в 16 часов. 29 сентября, это воскресенье. 31-красочная фотография из жизни причерноморских адыгов-шапсугов в сопровождении описания тех или сторон их жизни. В общем, приходите, послушайте. Если не получится в воскресенье, приходите, целую неделю будет выставка, до 6 октября работать. Можете посмотреть, почитать, ознакомиться. И буду рад всех вас видеть у Мадины Саральп. До встречи, пока.